Вот оно зрелище, которое заставляет забыть обо всем. Спорт, где пробуют себя многие, но остаются только единицы. Виктор пришел в мотобол 4 года назад, но адреналин, признается, перед игрой зашкаливает до сих пор. Впереди, по сути, бесчетное количество столкновений, во время которых нужно еще и забивать. И один в поле точно не воин, поэтому результат – это дело всей команды. От защиты, от того, как отрезает игрок, как тебя прикрывают и как ты ведешь сам мяч. От того, как тренировки там проходили. Играть в этот вид спорта довольно непросто. И чтобы преуспеть в мотоболе, нужно фантастически управлять мотоциклом. База мотокросс. С него все начинается. После огранки переходит в более сложный вид, где важны не только скорость, но и точность, и тактика, и командный дух. Ну а у кого какая роль на поле, решает тренер. Желание, конечно. Ну, таланты. Таланты. Вот есть талант, он будет играть. Нет таланта, ну не будет он играть. Будет статистом, мальчик в защите где-то ездит туда-сюда. Ну, талант он виден сразу. Чемпионат Беларуси среди юношей по мотоболу Бобруйск принимает впервые, но подготовились к соревнованиям основательно. Очистили поле от всего лишнего, нанесли разметку и благоустроили территорию. Команда, представляющая наш город, относительно молодая, появилась лишь в 2014 году. Но уже успела занять одно из лидирующих мест не только в области, но и в республике. Но не только ездить быстро и бить по мячу, учит этот зажигательный вид спорта. Дисциплинирует молодежь. Готовят их к службе в армии. Все юноши, которые прошли нашу школу ДОСААФ, мотобола, они достойные и защитники Родины в последующем, и хорошие, будем считать, и мужья, и технически грамотные люди. В первом матче хозяева поля принимали команду из столицы. Толчки, падения, порванные цепи и ожесточенная борьба. Игра выдалась горячей. Но как ни старались бобруйчане, класс минчан взял свое. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 6-0. Но унывать не стоит, впереди еще 4 игры, в которых наши спортсмены отдадут все силы для победы. Соревнования проходят на стадионе строительного колледжа. Вход свободный, поэтому любой желающий может прийти и поддержать игроков. Максим Кемпель, Максим Галенко, Бобруйск 360.